через минут там 10-20 он ответил: «Привет, расскажи о себе». Вопрос, который мучает миллионы телезрителей в данный момент. Что может заставить девушку написать Назару? Я его увидела, он мне сразу понравился. Ну вот как он там смеется, его внешность. Не сразу, меня цепануло. Меня цепануло. Назар, не мог бы ты посмеяться, это цепляет девушек. Так, и ты надеешься, что у тебя с Назаром получится светлые, чистые отношения? Я не надеюсь, я знаю. Все получится, все прям как надо. Подожди, а сколько вы уже переписываетесь? Неделю. Неделю назад он просил меня привезти ему другую девушку. Пришла? Не, он просил другую. Ты мне. Вот он смех потрясающий начался. Свободный парень. Но тебя это не разочаровало? Нет. Можно не просить, можно не писать, я пришла, все. Что еще тебе писал, если не секрет? Ну, фотографии, к сожалению, не скидывал свои. А, ну, писал ли он тебе, что хочет с тобой построить семью? Ну, семью нет, но про отношения, да. Про заселение, про отношения. Он тебе предлагал заселиться? Ну, у нас как-то пришло это совместно. Есть у нас свободные комнаты? Шале! Конечно! Шале свободный? Да! Опять шале? Ну, там будет. Конечно, не домик. Как участник, естественно. Проси, о чем хочешь. Вип хочу, пятую комнату хочу. В пятую комнату? С Эвелиной? Да. А кого ты хочешь оттуда выкинуть? Тройнашвили? Ну, пускай они переедут. Это интонация Марлона Брандо, не имеешь? Он не знает, кто это. Пускай они переедут. Ты знаешь, кто такой Марлон Брандо? Нет, не знаю. Красавчик. Аль Пачино знаешь? Тоже не знаю. Нет, походу слышал. Ну, ладно, что знал Моргенштерна, ладно. Итак, Назар, правильно ли я тебя понимаю, что ты очень хочешь коллектив, оставить Элину, хочешь с ней заселиться? Ну, что я за тебя говорю, ну? Да, я хочу заселиться в пятую комнату в ВИП. Можно? Заявка принята, мы ее обрабатываем. Но для этого мы должны знать вторую сторону. Элина, готова ли ты заселиться? Заявка принята, да. Конечно, готова. Я ждала неделю этого, ну как я не готова? Что за дикая лобби у меня сегодня? Я готова показать ему все, у меня 13 пирсингов, поэтому... Дамы и господа, сегодня после лобного места Назар и Элина заселяются в отдельную комнату. Давид, да-да-да, поздравим ребят аплодисментами, мы не против любви. Это обоюдное желание. Давид, я сегодня очень добрый. Ага. Чего хочешь ты? Я хочу заселиться в шале. Девушки, я обязан вас спросить. Хотите ли вы, Симона? Нет, я хочу, чтобы он немножечко он определился. Даша? Я полностью. Мне нужна игра личная. Мне нужна игра, интрига и все вот это. Я хочу играть, флиртовать. Да, а я тебе сейчас зайду. Вы чувствуете, вот нет. Назар только сказал. Элина сдалась моментально, потому что Назару невозможно отказать. А ты, Давид, ты должен учиться у таких Назаров. Ситуация крайне любопытная и интересная. Назар заселяется с Элиной, как я и сказал. Девочки отказали Давиду и говорят, все, пусть он себя проявит и определится. Правильно? Поэтому в ночном эфире себя проявляет Давид Данг. Не переключайся, это очень интересно.